Геночка, любименький, я тебе пивка холодного купила, и скумбрию копченую, как ты любишь. Пойдем? Сейчас, любимая, я только полы домою и сразу же прибегу к тебе. Хорошо. Геночка, ты что там такое делаешь? Читаю. Наверное, что-то интересное. Очень. А посоветуй мне тоже что-нибудь интересненькое почитать. А начни пока «Отче наш» читать. Почему? А пока твою переписку успею дочитать. Ой. Ген, что-то ты совсем уже охренел. Сидишь весь день в телефоне, блин, нифига не делаешь. Хоть бы посуду помыл. У тебя вон сын есть, пусть идет и моет посуду. Ну, трогай ребенка, он готовится. Ничего он не готовится, он тоже целый день ни хрена не делает. Он готовится стать чьим-то мужем. У него впереди свои уборки и вынос мозга какой-то стервой. Бедный мальчик. А, вот где мой бумажник, а я его ищу везде. Да, он у меня. А что ты там мою фотографию стал с собой брать? А, ты про эту? Ну, у меня когда какие-то заморочки на работе, я смотрю на твою фотку, и у меня все проблемы исчезают просто. О, это прям на такое волшебное влияние на тебя оказывает. Ну да, я смотрю на фотографию на твою и понимаю, что все мои проблемы — это вообще мелочь такая по сравнению с тобой. Так что вот так вот. Дорогая, слушай, у нас соседи снизу разводятся походу. Там такой скандал сейчас закатили, я вообще в шоке просто. Да ты чего? Ну, это из-за меня. А что такое? Да я белье развешивала, а мои трусы туда к ним вниз на балкон упали. Так иди скажи им. Ага, они такие стрёмные, старые, еще и дырка там. Ага. Ну пойду, позвоню. Слушай, ладно, пусть разводятся тогда. Ага. Дорогая, слушай, я купил 2 последних билета на премьеру на Человека-паука, представляешь? Сегодня вечером будет. Пойдем с тобой? Ген, ты же знаешь, что у меня сегодня встреча в моем сообществе, я никак не могу пойти. Да ты чё? Так жалко, ну что, мне теперь это одному, что ли, придется идти, да? Ген, ну мне никак не получится, извини. Ну, придется, наверное, одному идти, хотя я с тобой хотел пойти. Ген, я сейчас маме позвонила, представляешь, она, оказывается, тоже хотела сходить на этот фильм. Так что она идет с тобой. Ты рад? Да ты чё? Да. Я так рад. Я такая молодец, да? Да ты вообще молодец. Ставки на спорт! Большие выигрыши! Ген, ты чё делаешь?